Да, где по Москве шляются Коровьев и компания, вот это я читал, а Ганоцри я не читал. Ну или, может быть, не все места. Вот, потому что мне интересно было следовать сюжету, и я стремился быстрее переложить листы и прочесть вот эти интересные приключения. Потому что там, где была Москва, там действие развивалось довольно активно, а где там были непонятные древние времена, я, видно, все-таки не очень понимал, что там происходило. Ну и скучновато как-то было. Вот. И мне казалось, что я прочел все-таки всю книгу, ну, за исключением, допустим, этих мест. Но как-то мы пошли, возможно, мы пошли с папой как раз на квартиру Булгакова, либо где-то в другом каком-то месте мы были. Была выставка, посвященная как раз мастеру Маргарите Булгакова. И на этой выставке было много разных экспонатов. И один из экспонатов была книга в переводе на арабский язык, где на обложке как раз была нарисована сцена отстреливающегося с примусом бегемота. Я такой смотрю и думаю, что это? Что? Я не помню такого места в книге. Откуда это? Что это? Что это? Про что это? То есть вот так вот, побывав на выставке, посвященной книге мастера Маргарита Булгакова, на этой выставке я узнал, что, оказывается, книгу я не дочитал. И тогда уже я взял книгу, даже в то время уже книги эти можно было взять. И там уже тогда дочитал. Вот такая история, да. Потом я ее перечитывал, наверное, даже еще один раз или два. Вот сейчас у меня даже попался, есть на руках его какой-то предыдущий вариант. Это про инженера или что-то в таком духе. Ну, я попробовал читать, у меня вообще не пошло. То есть, все-таки та конечная книга, которую он столько раз переделывал и оттачивал там каждую главу, все продумывал, и все это выкладывал так, чтобы было прям классно, оно получилось классно. Вот. А предыдущие варианты, видно, не такие. Ну, как-нибудь я бы, наверное, ее прочту. Вот. Ну, вот такая история. Посмотрите заодно и Клима Жукова. Всем счастливо, всем пока.